Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня я вам расскажу о шоу «Маска», а именно о том, кто может скрываться под маской бабки. Существует очень правдивая теория о том, что под маской скрывается Анастасия Приходько, и каждая новая подсказка, а также уже раскрытые факты только подтверждают это. По крайней мере, явных опровержений этой теории нет и навряд ли появится. Ведь недавно стало известно, что у бабки есть кое-что общее с Андреем Данилко и Олегом Винником. Что именно, неизвестно. Однако предположений уже довольно много. Например, одним из таких является то, что все они в свое время снимались в мюзиклах. При этом другие члены жюри, как, например, Полякова, Дзидзю и Каменских, в мюзиклах замечены не были. Кроме того, еще есть одно подтверждение, что под маской именно Анастасия Приходько. Дело в том, что в детстве из-за частых драк девушку стали называть Сережа. А именно Сергей с латыни трактуется как «слуга Бога». Именно так себя назвала бабка во время последнего выпуска шоу, когда речь шла о псевдонимах. Однако, так это или нет, увидим в продолжении шоу «Маска». Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!